уходя с работы, закрыв магазин, 11:30, инвалиды на коляске, катил тот товарищ, тоже такой, ну, пьющий, и еще молодой человек, они катили коляску вот в сторону, ну, за полушкой к тому дому, куда они катили, я не знаю. После закрытия магазина они с площади его покатили туда, за магазин, и вот так. Мы уже выходили, его выкатили. Да, все. А как вы можете характеризовать вот этого мужчину на коляске, который? Мужчина на коляске? Он человек, опустившийся, в общем-то. Маргинальный? А? Маргинальный? Пьет он? Да, он пьет. Пьет, да? А милостыню где он просит? Ну, что-нибудь просил он у вас, у сотрудников магазина? Нет, у нас он здесь не просил. Вот рядом с ним мужичок маленький терся, который постоянно. Тот ходил, просил. Там где-то продукты какие-то, где-то это самое бывало, напивался и падал, валялся.